Юлии Кузнецовой исполнился 101 год, но даже в таком почтенном возрасте она остается деятельной и активной. Любит общаться, гулять и много шутить. Хотя Юлии Филипповне пришлось пройти немало испытаний. Годы ее юности совпали с началом Великой Отечественной войны. В 18 лет ее призвали в ряды Красной армии. Через 3 года вернулась домой с многочисленными боевыми наградами. Медали за отвагу, за взятие Кёнигсберга, за взятие Берлина, 2 ордена Отечественной войны и не только. Поздравить Юлию Филипповну с днем рождения каждый год приходят родственники и соседи. Это самые лучшие соседи, с которыми я живу, с которыми я делюсь всем этим. И они очень-очень уважают меня, любят, можно сказать, что прямо за мной, по сути дела, трясутся обо мне, если что-то я не пришла, что-то я не поедет. Так что спасибо им, конечно, тоже большое очень. Поздравил Юлию Филипповну с днем рождения и депутат от Государственной Думы Александр Хинштейн. Поздравляем с ее днем рождения. Невозможно поверить в внушительность такой даты. Юлия Филипповна сама в нее не верит и говорит о том, что ей вовсе не столько лет, сколько по документам, а она на самом деле еще совсем девчонка в душе и по своему состоянию. Такой же, какой была, когда в 18 лет ушла добровольцем на фронт. Да, Юлия Филипповна? Да. С днем рождения вас! Чтобы спасибо. Вы еще долго-долго были вместе с нами, нас всех радовали. Спасибо. Депутат постоянно навещает Юлию Филипповну, поддерживает с ней связь и помогает в решении насущных вопросов. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.